Автор этих картин Назифе Асанова. Молодой художнице только 18, но она уже написала сотни картин, каждая из которых имеет глубокий смысл. Любовь к живописи у нее не случайна. Назифе заразилась ею от отца, много рисующего для души. Любовь к живописи мне привел отец. Смотря на его работы, мне тоже хотелось рисовать. И он мой учитель по сей день. Окончив 9 классов, Назифе продолжила обучение в Московском заочном народном университете искусств. Но главный ее учитель – собственные эмоции и чувства, которые так и просятся наружу. Когда рисуешь, это ты просто выдыхаешь все эмоции и переживания, которые в обычной жизни ты не можешь их выплеснуть. И подходя к холсту, к бумаге, ты начинаешь рисовать и забываешь обо всем, о проблемах. Днем я не могу рисовать вообще. И ночью, когда темно, я начинаю рисовать. И, наверное, это моя такая, когда все спят, я могу встать и начать рисовать. Назифе не боится экспериментировать. Она пишет свои картины акварелью, маслом, карандашом, углем и с энтузиазмом осваивает новые техники. Темы ее работ тоже разные, но большинство картин молодой художницы посвящены неповторимой крымской природе. Я очень люблю природу Крыма, она меня вдохновляет. Очень часто рисую пейзажи Крыма, уголки, живописные уголки Крыма. На этой картине большой Крымский каньон. Хотелось передать красоту нашей родины. Очень критично к своим работам. И все, что у меня есть сейчас, мне, может, не нравится. Назифе целеустремленно идет к своей цели. Молодая художница давно мечтает о своей персональной выставке, чтобы поделиться с людьми своими чувствами, своим вдохновением, своим желанием делать добро. В будущем я бы хотела организовать собственную выставку. Надеюсь, это будет в скором времени. Вырасти в творческом плане. Сделать мир добрее своими картинами.